Участие Беларуси в инициативе ЕС «Восточное партнерство» приносит конкретные результаты, однако их могло бы быть и больше. Сегодня об этом рассказал министр иностранных дел нашей страны. Владимир Макей принимает участие в экспертном совещании «10 лет восточному партнерству. Итоги и перспективы». Оно организовано Советом по международным отношениям «Минский диалог» и председательством Румынии в Совете Европейского Союза. Официальное мероприятие высокого уровня по случаю юбилея планируется провести в Минске осенью. Это действительно мы, одно из наших предложений, одно из наших многих предложений, которое связано с облегчением режима прохождения нашей совместной границы с Европейским Союзом. Что для этого нужно? Нужна готовность, прежде всего, с обеих сторон. Я прочитал отклики на форумах после этого. Кто-то говорит, что на нашей стороне возникают проблемы, но подавляющее большинство высказывается в том плане, что все-таки из-за каких-то, возможно, в связи с нехваткой кадров, возможно, в связи с нехваткой технического оборудования, все-таки больше всего проблем возникает на стороне наших партнеров. Но надо просто сесть за стол переговоров и определиться, что нам нужно. Беларусь считает приоритетным в отношениях с Евросоюзом начало переговоров по базовому соглашению. Будет продолжена и работа над дальнейшей либерализацией визового режима. Беларусь последовательно продвигает свое изначальное видение восточного партнерства как прагматичного и гибкого инструмента сотрудничества и снижения конфронтаций. Так, если в Польше усилится военное присутствие США, отметил Макей, то это с высокой долей вероятности приведет к ответным мерам со стороны Беларуси и ее военных союзников, добавив, что беларусам меньше всего хотелось бы такого развития событий.